Лекция на тему правил проведения расследования. Для начала вы выезжаете на место преступления, да, которое оцепили заранее полицейские, детективы, обмотали ленты, пронумеровали улики. Вот. После чего, осмотрев место преступления, вы фиксируете все на камеру, после чего приступаете к сбору улик, предварительно надев перчатки. Собрав улики, вы везете их экспертам. Трупы к морг. В морг коронеру. Да, трупы к морг к коронеру. Прикольный текст. А, вот. Иди ко мне. Оружение. А, фу, блядь. Оружие. Оружие к экспертам по баллистике и так далее. Получив заключение эксперта, вы реконструируете события, которые происходили до или во время преступления. Получив сведения о подозреваемом, вам следует навестить его в доме или на работе, а когда его вина доказана, отправить его прямоку прямой дорогой в тюрьму. Я все, уже спать хочу, блядь. Ну, вопросы есть какие-либо? Нет. Нет. Отлично. Для вас первый курс закончен. Лекции вы выслушали. Вот. Поздравляю.